купи Вискас. Не, не куплю. Вискас купи. Не куплю. По жопе дам. Не даст. Пока. Думаешь? Ой. Ну вот ты в тупике. А! Ого. Иди сюда. Ой. Ну. Ну все. Не. Ладно, а может лучше не это сделать, а поможем новичкам Advanced пройти. Слушай, идея. И всем привет, ребята, с вами Миксер и Си. И вы, Кэт, поздоровайся. Всем привет. В прошлой серии я нашел Вейгета, и сейчас он меня хотел, ну, короче, ну, я думаю, вы слышали. Что ж, мы вам поможем сейчас пройти Advanced Tutorial, как вы уже прочитали. Ну, и для этого вам потребуется что? Самое главное. Руки или лапы. Хотя нет, некоторые коты не умеют играть за компом. Ой. За компом, но как насчет Вилуги и Вейкета, я не согласен. Вот эти два человека, они очень, то есть кота, они очень хорошо умеют играть. И что ж, ссылку на игру, как всегда, оставлю в описании. Мы, если что, сейчас играем в Roblox, и это у нас режим паркур, да? Ну что ж, первое это у нас Wall Climb Boost, то есть как мы его называем, Wall Boost. Первое, что нам нужно сделать, это спамить пробел, ну, то есть два раза, и крутиться вот так. Вот так сделать. Только не нужно так вот крутить. Желательно. Не нужно прям вот так. Если вы учитесь, да, но лучше профессионалы делают, поворачивают экран и резко обратно. Или просто поворачивают экран, как 90 градусов. Ну что ж, давайте ко второй раз так сделаем. Тут нам уже два раза надо сделать. Ну, смотрите как. Вот, да? Я сейчас сделал правильно. То есть, смотрите-ка, мы тут летим вверх в полете. Да? Ну, тут если неправильно. Смотрите-ка, если вот, видите, мы сейчас вниз падаем, и это все, это габелла будет. То есть, мы уже не сможем. Раз, два. Здесь вы делаете еще один Wall Boost. Да, но тут можно по вот этой коробке, а потом сюда. Здесь вам нужно сделать Wall Run. Если вы повторил, вы, собственно, знаете, что такое Wall Run. Бегать по стенке. Здесь нужно сделать двойной Wall Run. И два. Подожди, ты чё? Если что, у Максима слева есть как клавиши, что он нажимает, и вам будет легче понять. И вот тут снизу есть еще шкала, вы поймете, что когда нужно нажимать. Ну что ж, а следующее, теперь... это у нас будет стринген. Давайте-ка я вам покажу сейчас бота. Вот так, раз, два. А теперь, ребята, я вам сейчас покажу мышкой. Раз, два, три, и вот тут разворот, и четыре. Итак, смотрите, как мы это делаем. Long jump, поворот на 90 градусов, два wall буста, раз, волран и два волран. Вот так вот как-то. Что ж, давайте-ка посмотрим. Это, в принципе, сделать легко. Я лично, когда первый раз столкнулся с Advanced Tutorial, смог это пройти за 10 минут без вот этого Ютуба и так далее. Ну, я тоже это без Ютуба проходил, но это практика. Теперь рассказываю. Ладно, сейчас рассказываю, что нужно. Hate Combo. Сейчас Максим покажет бот. Я уже его показывал. Короче, какая-то дичь. Мы лично не говорим по типу Максим, сделай Hate Combo, мы просто говорим по типу делай комбо. Потому что... Смотрите, как это делается. Вот, короче, дичь. Нет, сейчас не расскажу. Мясо, а если вы хотите делать именно правильно, тогда смотрите, что какая перчатка рекомендуется. Рекомендуется перчатка 30 уровня. Ну или же 60-го.
ну, 6 дней, ну, это уже слишком, ладно. Рассказываю. Мы вначале делаем волклай. Статик. А, кстати, забыл сказать. Есть еще такая штука, как статик. Это статик, shift, long jump. Пробил и левой кнопкой мыши. Смотрите, так, вот, так вот это называется long jump, да, вот то, что есть. Да? Да. А, вот есть еще кое-какой так называемый статик long jump, да? То есть, смотрите-ка, мы берем два волбуста, поворачиваемся назад, и в это время мы один раз нажимаем shift, то есть вот это, да? Что? А, я прошел как-то. Да? Да. Жестко. Ладно, давай тогда смотреть. Тогда я покажу. Смотрите, дальше что смотрите-ка. Вам нужно сделать? Это... Сейчас. Давайте-ка быстренько сейчас пройдем его. Я не буду монтажировать. Потому что я это быстро все прохожу. Давайте. Вот сейчас я вам покажу, как я прохожу. Я там два булки делал и все. Здесь там же. Отлично. Теперь показываю, что нужно сделать вам. Точнее, волклайм, статик. Волклайм, статик. Волран, статик. И тогда вы забираетесь. Да, только у него что-то не ушло. Но сейчас я вам покажу, как сделается статик. Два раза волклайм или один раз. Shift. Смотрите-ка, сначала вы нажимаете Shift и левую кнопку мыши. После этого, через одну миллисекунду примерно, вы должны успеть нажать, ну, когда вот эта фигня шкала зеленая, вы должны успеть нажать пробел, и тогда у вас, по идее, будет стейтик. Long jump. Ну вот. Сейчас он у меня почему-то не вышел. Вышла какая-то фигня. Ну, вот так вот как-то. Если вы не допрыгиваете, в конце можно сделать и статик. Да, именно так. А также вам в конце туториала дадут вот такую вот мастер главу, которая тоже 180. Она такая же, как и 30-го уровня. Вот давайте-ка я вам покажу, как она выглядит. Она нет, такая же перчатка, как и перчатка 30-го уровня. Вот так. По-моему, очень прикольная, синенькая. Мне нравится. Ну, а если она вам нравится, тоже напишите в комментариях. Кстати, как вот это сделать, я вам сейчас могу тоже показать. Вот тут делаем. Ну, тут юзер интерфейс вот это делаем. И вот это, чтобы сделать, ну, там, каким мы любим цветом, нам надо вот это. Glove color. Что ж. А для того, чтобы это сделать, надо... А не помню, что надо. Ну, короче, я не помню, да не что по... надо, ребят. Но... Все равно, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами я был... Я Микстер, Ивайкет, и всем пока-пока!